Пансионат Паулина, вот там вот вы видите. Всем привет, кстати. А по окрестностям есть вот такие вот здания. Вот одно интересное здание. Тут вот так вот сделана стена. Этот крыльцо, видите, осыпалось. Вообще просто стало горкой просто. Заходим внутрь. Все покрашено одной краской. Одной. Это в пинбол тут играли, судя по всему. И что это такое? Я даже не могу сказать. Там затопленный пинбол. Целиком затопленный? Ну нет. Там может, ну, вообще более нет. Эх, жаль. Зимой надо сюда, когда все замерзнет. Так что не единственный затопленный подвал. Это плохо. Да. Тогда придется сюда каким-то макаром зимой возвращаться, когда все замерзнет. Ну а тут что было? Я даже не могу сказать, что здесь было. Что это такое? Нифига себе затопленный здесь. Ага. Здесь даже есть. Просто трэш. Одни догадки, что это могло быть. На самом деле, странно, это что здесь, это овраг. И вокруг этого оврага дома. Или может это просто он так под землю ушло? Вот да, кстати. Вырыли, наверное. Нет, не вырыли. Это привезли уже позже. А это возможно, что просто обрушило все и рухнуло. И поэтому вот такой вот теперь прогал тут. Подвал был, да, между и вот как раз подвал-то идет в ту сторону. Ага. Прикинь, подвал-то идет в ту как раз сторону. Да. А, нет, в другую, под здание. Под здание. Вот, ну ладно, здесь мы, я так понял, не можем пройти, да? Возьми, в принципе, палочку, может быть, у нас этот... Есть сапожки, туда вызвали. Сапожки я, к сожалению, не взял. Вот. Там еще и лед, прикинь. Вот он, лед. Тем более. Не стоит туда идти. Пойдем в другое место.